Внешне он нисколько не изменился, разве что стал светлее на пару тонов. Зато внутри главного детского универмага страны четырехтонные часы длиной в несколько этажей ожили ровно в назначенный срок. И вместе с ними наполнили жизнью, кажется, все вокруг. И витражные потолки, и канделябры, и все эти интерьеры эпохи итальянского возрождения. И только читался в глазах у изумленных зрителей, глядя на все это буйство красок и изобилие дорогого мрамора. Один вопрос: а где же здесь магазин? Мы действительно долго к этому шли. Вообще-то весь срок, который мы занимаемся... Магазинов 33 месяца, из них примерно 9 ушло на подготовку, на согласование проекта, и 2 года мы строили. Мы действительно относились к этому не как просто стройки, не как просто магазин. Это уникальный объект. Таких детских магазинов нет вообще в мире. 34 тысячи квадратных метров отдано под торговлю, остальное под творчество и развитие ребенка. Здесь одних только кинотеатров 8, не считая игровых комнат и интерактивных зон. О масштабе обновленного детского мира можно судить хотя бы потому, что каждому посетителю на входе вот дают вот такой путеводитель, в котором для обязательного просмотра значится аж 18 пунктов, среди которых есть пару аттракционов, интерактивная библиотека, но, пожалуй, самый интересный пункт 18-й – смотровая площадка с подзорными трубами на крыше детского мира. В общем, судя по всему, чтобы полноценно погрузиться в это путешествие, нужно потратить часа 3, если не больше. Правда, на ней пока не многолюдно, зато вид впечатляет. А вот уже через несколько часов ажиотаж начнется здесь, в детском городе профессии. Маленьким посетителям предложат на несколько часов примерить на себя форму спасателя, халат врача, пройти курс выживания или, наконец, научиться водить автомобиль. Это такая фундаментальная потребность ребенка, примерка социальных ролей. То есть чувствовать себя кем-то, какой-то профессией, каким-то взрослым. Ну и мы не более того, что предложили пространство, в котором можно это делать. Это, конечно, уже не тот детский мир, к счастью, говорит главный друг всех детей Борис Грачевский. Посмотрите, никто не помнит, что купол был алюминиевый на 4-м этаже. Его подняли доверх. Видите, какая красота это все. Это же чудо настоящее. И часы эти, да все-все вместе. И огромные площади магазинов, которые есть чем заполнять. Поэтому это настоящее чудо. Правда, есть то, что в любом случае останется здесь навсегда. Детский смех и улыбки. И еще обещают, баба Зина отныне всех маленьких посетителей будет угощать пончиками и мороженым абсолютно бесплатно. Евгения Плескова, Вячеслав Амилютин и Борис Сальников, телеканал «Звезда», Москва.